Подпишись на канал, будет много интересного. Есть у нас сделанный диммер с сенсорным экраном, цветным, на базе Arduino, Arduino Mega. К нему подключен еще один контроллер, транзитный, блок питания и сама сборка синистера с рельефной схемой для подкидки питания, чтобы лампа не мерцала при низких напряжениях. Ну и для теста сама лампа светодиодная Maxus 10 Watt 220 Вольт. Сейчас мы включим, посмотрим, как у нас работает. Диммер рассчитан на, скажем так, до 2 кВт на светодиодные лампы. Светодиодные 220 диммированные лампы. В данном случае вот так вот выполнено меню. Это все будет закрываться щиточки красивой крышечкой. Крышечку открыли. У нас есть экранчик. На экранчике мы видим время. Мы можем выбрать в данном случае установку включения, выключения, когда света. Свет, режим диммера, то есть сколько минут надо выключать, то есть плавно. В данном случае 2 минуты выключать. 9 минут можно выключать. Потом можно менять яркость. Сейчас яркость мы не можем менять, потому что у нас по условиям заказчика у нас в ночное время мы можем менять максимальное значение диммера и минимальное. Сейчас мы сымитируем, допустим, включение дневное автоматическое. То есть сейчас 21-24, мы ставим чуть-чуть больше. 26 и даем максимально, разрешаем диммеру включиться, там на максимуме будет. Мы сымитировали это, специально так сделаем, ну как изменяем, чтобы оно так получилось. А теперь как бы штатная ситуация в 21:25 отключение диммера на 2 минуты. В течение 2 минут он должен погаснуть. Вот мы видим, максимум был 177, отчет пошел, лампочка сейчас будет все медленнее и медленнее светиться. На камере это сейчас будет только, ну, в самом конце будет более заметно, потому что здесь камера автоматически подгоняет яркость. Ну вот есть шкала, показывается, что диммер падает, показывается циферки. Можно посмотреть на лампочку. Сейчас видно более такие прыжки. Деление у нас 220 максимально, то есть мы диммер у нас 220 шагов имеет от верха до низа. Не знаю, на камере видно, не видно, но потихонечку уже 99. Здесь, конечно, света вокруг еще много. Но смысл в том, как бы автоматически, оно все само автоматически рассчитывает время включения, время выключения, сохраняет параметры при запуске. То есть считывает сохраненные параметры. Сейчас случилось реле дополнительное. Сейчас пошла, включилась нагрузка сопротивления для того, чтобы при низких напряжениях лампочка не мерцала, особенно при затухании. Потому что очень при низком напряжении лампочка не успевает зажигаться, кондеры накапливают. В схеме лампочки стоит диодный мост и кондеры. Ну, уже лампочка при 20 единицах уже где-то потухла. Диммер продолжает отключаться, и он становится на нуле. Так же самое включение на утро. Допустим, утро у нас
6.40. Ну, то же самое меняется. Можно сделать на любое. Например, 7, 5, 5.36. Так же самое, все оно автоматически. Этот можно выставить поярче, потусклее, в обычном режиме. Ну, вот такой вот диммер. Еще раз могу снизу показать и поближе схему. Всем спасибо.